Ну что, мы просто так Александру Вельмовскую не отпустим, потому что говорим Александра Вельмовская, подразумеваем Лотос. Говорим Лотос, подразумеваем Александра Вельмовская, поэтому сейчас можно пройти на нашу сцену. Спасибо большое, да. В студии у нас была многократная участница. Просим. Александра Вельмовская, которая сейчас отправится на сцену и продемонстрирует нам свой талант. Ну, мы, в общем, ее проводили на сцену, там ее дожидаются уже остальные участники группы «Лотос». А песня называется, кстати, «Депрессивно». Ну, как-то, да, хотелось бы песню позитивно, но, может быть, и депрессивно будет тоже весело. Зажигательно, да, да. Ну, посмотрим, в общем, сейчас и оценим. Послушаем. Твои косяки, мой мальчик милый, а счастье ведь было почти в твоих руках. Но в городе моем ты не один такой красивый, может быть, я.